Вчерашний именинец сейчас у нас 3 атаки. Хорошая передача. И... Так, нижегородки радуются. Поднимают вверх руки, но, видимо, после свистка. А будут ли арбитры смотреть повтор? Судя по всему, да. Сейчас голову хоккеисток взгляда на куб. Отчетливо хоккейские торпеда поднимали вверх руки. Ну и сейчас решение за арбитрами. Шайба в воротах.